Если приехать в это место, то вы увидите людей, которые грабят магазин. Если им попытаться помочь, то вам дадут 2 звезды. Оторвавшись от копов, вас попросят отвезти до места назначения. Как только вы сюда приедете, вы получите 1000 баксов и лучшего стрелка для ограблений. Этот персонаж Паки из GTA 4, и в одном из ограблений он вам расскажет про Ника Белика. Ну а если помочь продавцу, то вы просто получите 500 баксов. Играем вместе со мной в Grand Mobile по промо Ава, но не забывай, что...